это там я пошла. Я там недолго.
ему была нужна гражданская цель. Участвовал в Великой Отечественной войне. Руководил Верховной Судьей Русской Святости. Ялты, Кривошук, 201. В целях подготовки технической педагогической агитационной операции. Затем участвовал в Китае. Дал гранатный винтовки, а радиоприемник, также похищенный фашистов, теперь работал на русских бойцов. Геннадий принимал сводки Совинформбюро и распространял их среди населения. Другой стрелковой дивизии участвовал в кровавопролитных боях на Дону. В сентябре 1942 года в районе Мостока Иван Булкин с группой бойцов преградил путь перед таким фашистским танком. На проявленной находчивости и отвагу он был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 20 января 1943 года 347-я дивизия подошла к Ставрополю.